Еще разочек. Отлично. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вот вижу, вы молодежь, представитель молодежи. Я уже таким не являюсь, хотя по соцопросам до 35 лет люди – это молодежь. Вот что вас заставляет вот именно так одеваться? Вот широкие такие штаны. Вот. Ну, я пытаюсь, как объяснить? Пытаюсь следовать трендам, моде. Вот, и вот. Тренды и мода, да? Да. Супер. Хорошо. Что вы думаете по поводу вакцины? Это как-то нейтрально отношусь, я же сам не вакцинирован. Ну, просто... Сколько лет? 15 мне. 15. Когда 18 будет, будете вакцинироваться? Ну, думаю, да, надо будет. Не боитесь, что там что-то ужаснейшее? Да не знаю, у меня родители вакцинированы. Вроде нормально все, да? Да, все. А если со временем вылезет что-то страшное? Ну, если со временем что-то будет... То уже пути назад не будет? Не будет, тогда буду смотреть. Чем пользуетесь при таком выборе? Чем пользуюсь? Ну да, какими там люди вакцинируются, я вакцинируюсь там. А что делать, ну как бы, или разницы нет все равно. Вакцинироваться так вакцинироваться. Ну, скорее всего, да. Ну, люди вакцинируются, я провакцинируюсь. Ясно. Сколько должен зарабатывать парень, чтобы обеспечить девушку? От 50 тысяч. Долларов? Гривен. Гривен. Сколько зарабатываете? Ну, пока что родители обеспечивают. Ну, там есть ниша, одноразки продают. Вот. А родители сколько? Не уточняли? Зарабатывают? Да. Не скажу точно. Приблизительно? Приблизительно. Ну, скорее, там, от 70. 70 тысяч, да? Сколько граммов в метре? Не знаю. Ясно. Важна ли длина члена у парня? Ну, скорее всего, да. То есть, чем больше, тем лучше? Ну, наверное, да. И плохо, когда короткий, да? Ну, да. А приблизительно какой размер хороший? Ну, думаю, 15 норма. Ну, вот. Где-то 15. Ну, где-то, да. Такой. Отлично. Хорошо, еще пару вопросов и все. Да. Если может быть такое сейчас, может ли быть такое, что Россия нападет на Украину? Ну, говорят, что да. Будете воевать? Конечно. Нет, серьезно? Ну, если... Ну, конечно, говорю. То есть готовы убивать людей? Ну, да, да. Готов. За Родину. Супер. Хорошо. Как относитесь к гомосексуалистам? Отлично. Отлично. Да. Сами не планировали? Не планировал. Если сын, допустим, ваш станет гомосексуалистом? Я его поддержу. Поддержите, да? Поддержу, да. Английский знаете? Не очень. Ну, школьный уровень. Ну, лучше не задавать вопросы. Хорошо. Все, спасибо за интервью. Хорошего дня. Да, вам тоже. Спасибо.